тренеры команд на месте. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Единственное, нас много сегодня, господа журналисты. Средства коммуникации выключите, вдруг что-то у кого-то зазвенит. Итак, оценку сегодняшнего матча мы попросим дать главного тренера гостей Ермаковича Александра Рубиновича. Прошу вас. Ну, хочу перед всех поздравить с открытием чемпионата. Мы очень довольны, что победили. Для нас очень важно было стартовать с победой. Довольны, что ее добились. Но, конечно, был волнительный момент, когда во втором тайме включить баланжи, немножко пустые единицы игры. И, конечно, это такой нехороший звоночек. К счастью, мы забили третий гол, и, по крайней мере, игра уже была под нашим контролем. Ну, вот это, конечно, самый такой осадочек оставил неприятные такие моменты. А так, в целом, конечно, удивить тяжело, пусть это, ребята, создали достаточно моменты, 3-4 мяча, молодцы. Спасибо. Сергей Петрович, как вы оцениваете сегодняшний день? Ну, если честно, хотелось чудо, но, к сожалению, с ЖТ так чисто за счет какого-то везения не покатывались. Да, были хорошие отрезки. То есть, ну, стараюсь мы играть в футбол. Я понимаю, что наша задняя линия, скажем так, собрана с миром по нитке, вот, очень сложно, потому что все-таки для линии обороны очень важно сыгранность, взаимопонимание. Вот, сегодня нам этого не хватало. Да, но был такой период неплохой, где, в принципе, если бы забили второй гол, неизвестно, как, чем бы закончилось. Потом раскрылись, да, и здесь, конечно, исполнительское мастерство соперника сделало свое дело. Ну, сложно предъявлять претензии, потому что, ну, скажем так, многие играли вообще в первый раз в высшей лиге. По самоотдаче никаких претензий нет. Ну, работать. Конечно, еще вопросов очень много. Спасибо, Сергей Петрович. Господа журналисты, главный тренер в вашем распоряжении. Представляйтесь, задавайте вопросы. Прошу вас, с кого начнем? Прошу вас. Сергей Петрович, травма Цевана так долго лечилась? Насколько серьезно, сейчас пока неизвестно? Нет, пока неизвестно. Задняя поверхность бедра. Не знаю. Завтра какой-то уже диагноз будет. Надеюсь, что вы серьезны. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Не будет вопросов? Прошу вас. Сергей Петрович, а почему Побудей не играет? Объясните, потому что никто так не может понять. Ну, к сожалению, федерация вынесла дисквалификацию на одну игру. Поэтому сегодня мы не можем оставить себе. Спасибо. Еще вопросы, господа журналисты? Если больше вопросов нету, тогда от вашего имени позвольте поблагодарить главных тренеров. И на этом пресс-конференцию завершим. Спасибо.